сейчас заехал в Lucky Station. На самом деле проведать, как тут сливы, потому что наши коробки уже пришли. Здесь сразу можно видеть копии Максов, готовятся краситься. Семена, к сожалению, сегодня нету здесь, поэтому придется опять одним походить. Вот слива на подъемнике. Коробка уже установлена. Это 154-я усиленная коробка от Димы Герсет. Но это не простая, это с 3-й, 4-й кулачковой передачей. Я еще на кулачке не катался, но это значит, что 3-ю, 4-ю передачу можно будет включать без сцепления. То есть это намного быстрее, ну, в драг заездах. Посмотрим, проэкспериментируем. Мне очень самому не терпится навалить уже наконец-таки хорошенько. Токовый 110-й шифтер, его тоже Дима прислал и сказал, вот ставь все вот в комплексе. И надеюсь, сейчас все будет окей. Ребята здесь уже все поставили, все установили. Цилиндр сцепления уже стоит. Здесь где-то должна еще лежать вторая коробка, которую мне прислали. Это та самая бесшумная 154-я, которая у меня уже была. А это, я так подозреваю, моя стоковая 154-я. Семен мне присылал уже видео ее небольшой такой дефектовки. Сейчас ее полностью разобрали, но, к сожалению, не у кого спросить. Надо ждать Семена. В следующий раз обязательно его поймаем и спросим, что случилось с коробкой. Мне, опять же, самому очень интересно, почему заклинил овал. В Lucky Station, наверное, уже начались зимние проекты. Вот это S14-240SX на полном ребилде, на полной постройке. Вариету тут делают, Альтезу. Нам, конечно, больше всего интересен вот этот вот персонаж. Моя слива. Зацените, кстати, как снизу тоже все аккуратно. Видите, здесь это защита поддона, оно же усиление лап. Все шланги, все зафиксировано. Здесь всякие термоэкраны. Специальный такой плоский варыш. Это не стертая труба, это реально плоский варыш, чтобы, ну, меньше задевать трубой. Здесь все тоже на ништяках, как вы помните. Термолента. А я, кстати, сегодня катаю на жиге, кайфую, жду снега. Может быть, вечерком он выпадет. Потому что, насколько я знаю, в пригороде уже по полный снег. Там прям вот, ну, серьезный такой снег, можно кататься. У нас в Питере пока что снега нету. Поэтому я сегодня катаюсь на жиге своей. Здесь стал рядом с Супрой из Эстонии. Очень похожая машина, мне, вам не кажется? Белая, белая. Губа вон черная. Губа черная. Кайф. Диски только разные. Хотел вам, кстати, еще показать. Это слива Антона Грушина, у которого чайзер. Изначально у него эта слива, еще до этого у него 13-ка была. Раньше он любил очень 13-е сливы, но сейчас у него появился мисл чайзер. И на 13-ке, естественно, он вообще не хочет кататься, потому что она слишком вылизана. Он сейчас делает расширение, по-моему. Здесь еще в процессе все. А это, кстати, олдскульный Марк. Тоже очень крутой. Вот его владелица. Виктория Райт. А Райт, значит, видимо, любит тачки. Очень крутой Марк, он на пневме, постоянно на всех выставках. У него такая гавайская атрибутика спереди. Вот лайк за такую тачку. Ворк эквипы, наверное, оригинальные. Я вам, кстати, давным-давно как-то показывал ее машину. Поехали мы с Жигой из этого царства ЖДМа. Поехали дальше. Я уже переместился в Boost Motors, мы тут снимаем редуктор. Сегодня мы махнем, масло купил в него. Так. Примагнитилось. Конечно же, смотрим, что случилось с редуктором. Да нет, там что-то. Вот главную пару, получается, разломало. Слушай, мне кажется, на удар пришелся крустари, да, там? А, ну там все срезано. Вон там кусочки валяются. Да. Один из наших запасных редукторов. Сейчас посмотрим, что написано на паре. 49 разделить на 12 равно... Вот, 4,1, да. Также мы загнали жигу. Серега мне сейчас поменяет термостат. Да, я в прошлом выпуске сказал, что надо бы картонку на радиатор. Но потом я вспомнил, что еще в прошлом году хотел заменить термостат. Еще плюс прочитал коммент от вас: Серег, замени термостат, а не картонку ставь. Поэтому я заехал, купил новый термостат. И мы сейчас его махнем. И надеюсь, у нас все будет отлично. Поставим картонку. Ладно. Вот что значит на жиге не ездил все лето. Все, естественно, ржавого цвета. Мотор тоже весь в пыли. Но лучше не трогать. Здесь продолжается кастомайзинг пархо-вилдинг. Ты уже, я смотрю, приварил интеркулер, крепление такое. Он снизу сделал две лапки и здесь. Слушай, вот это прикольно смотрится. Ну, вот и снизу, да, лапы? Да. Класс. Ну это типа я пока только, ну, чуть-чуть прихватил, я сейчас меряю.
А потом уже на сварку варить надо будет и покрасить. Когда покрасить будет, тогда сочно, тогда снимешь. Хорошо, сейчас приду, когда покрасишь. Нет, пожалуйста. Отлично. Во-во, ждем. Ждем. Все, нет, ну все, ждем. Ну и как обычно, после каждого этапа дрифт Мацури и тренировок плотных, надо протянуть всю подвеску, потому что вот здесь мы уже обнаружили, что шаровая... Ну, раскручена, Сергей, вы о чем? Я хотел просто показать, что шаровая сама раскрутилась. Давай все проверим, примерно хотя бы. Шаровая реально опять сама раскрутилась, и такое бывает очень часто. То есть лавр поднимаем после тренировок, покатух или соревнований, что-то да открутится. Поэтому стараемся все протягивать. Все четко. А мы тут переобуваем морду лавра уже на зиму. Так сказать, попробуем добавить держачка. У меня с прошлого года вот такая есть липучка. Это Джинью 225-45-17. Новая причем. В прошлом году покупал, но так ее и не использовал. Вот сейчас, думаю, она добавит зацепа на морде. Тут резко переключились на жигу. Поменяю сейчас покрышки, как раз чтобы для первого снега все было готово. Вперед поставлю новую хаку, ее хватает прямо на сезон. А назад сейчас передка поставлю прошлогоднюю. Там еще есть шипы, ну и как раз пойдет. Также у меня с прошлого сезона есть проставки. Я, правда, ими не пользовался после того, как у меня колесо отлетело. Но сейчас опять их закину, главное все четко прикрутить. Я приделал губу на черные саморезы. Выполнено. Блин, красава, Гошан! Фото сделаешь! Моя пятерка готова. Переобули переднюю резину, как я уже говорил. Назад накинули проставок. Поменяли термостат. Там еще по мелочи я подделал. Осталось ждать только снег. Лавр готов. Я решил поехать на нем. Жигу оставлю тут. Потому что сегодня снега не намечается. А на лавре еще можно поездить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
хотели увидеть.